напротив спорткомплекса Абакан. Небольшой такой у нас зоопарк. Кстати, он яйца прям несут тут же. Цыпушата. Постарше цыпушата. Курочки. Контролирующие органы. Квитанции выписывают. Петушки уставшие. Цыпушата маленькие. Ой, какие утята желтые. Брали рагусята, цыплята, конечно. Ой, не спят, отдыхают. Спрятались. О, сколько их тут. Цыплята. Ой, какие красивые. Утят. Такие редкие. О, смотрите, какие. Опа, туда. Опа. Помнишь, как кролики? А вон вот белый кроль. Курочки, ребятки. Еще утятки. Они не крякают, так шипят. О, это какие-то петухи такие красивые прям. Вон сколько тут утят лежат, это плющат. Гуси. Это гуси? Да. А гусята, значит. Как я был неправ, это гусята. Вон их, смотрите, как они тут расположились. И тогда их купят, напоят, накормят. И у нас тут кролики. Всякие разные. Маленькие, средние. Черные, белые, пятнистые. О, с черными ушками какие. С карими ушками забавные. Ох, мордочка какая. Вот это прям кролище. Ой, насопырник какой дышит. Сапырочка. Маленькие крольчатки. Маленькие полосатые. Вот такой здесь небольшой зоопарчик. Привозите своих детей маленьких, чтобы они посмотрели. Они так все курлыкают, шумят, вот все. Живые, забавные. Для настроения детишкам будет само то. Вот эти вот маленькие утята. Они по 150 рублей, но им еще нужен дополнительно свет. Это вот, вот это у нас гусята. Они по 250 рублей. Эти уже могут спокойно на улице, на балконе жить, например. Вот эти, так это у нас утята. Они по 220. 220. Могут на улице жить. Эти, вот эти могут на улице, а вот эти? Эти еще нет. Эти еще нет. На улице, а, а вот эти уже могут. Масявочки. Несмышленыши. В общем, как удалось выяснить, вот эти вот контролирующие органы
работают якобы от администрации, и здесь вот постоять, поработать, поторговать стоит 59 рублей 19 копеек. Это точная цифра. Как-то так. Добрый день. Вот вы торгуетесь кроликами, да? Да. А сколько стоит здесь вот постоять, поторговать, поработать? 60 рублей. 60 рублей практически, да? А давно же эту площадку открывали или недавно? Позапрошлом году было официально открыто. Позапрошлом году. И как поговорили, по цене будет здесь? О, в газете писали, что для инвалидов, для льготников будет 50%. Но этого... По факту этого нет, да? Нет. То есть вы платите полную сумму 59,19? Да. Льгот 0. 0. На ипподроме есть. А на ипподроме есть 50% скидка, да? А тут нету. В общем, нужно ехать на ипподром, смотреть, как у нас там обстоят дела.